Рада приветствовать вас на Дукаскопе ТВ. Сегодня мы поговорим о том, что же дальше будет происходить с американским долларом в 2015 году. Со мной в студии главный исполнительный директор PPI Ив Перар. Итак, начнем обсуждение с курса евро-доллар. Начало года для евро выдалось несколько хаотичным. Как это повлияло на пару в целом? Курс евро-доллара упал на 12% с декабря 2014 года к концу января 2015. ЕЦБ в этой ситуации поступил очень проактивно. Со середины января Центробанк начал программу количественного смягчения, основываясь на макроэкономических показателях, плюс на уровне инфляции. Я бы не говорил о дефляции в этом случае, это лишь нехватка инфляции. Так, евро упал к доллару на 11-12%. Как управляющие инвестициями, мы, естественно, вывели капитал клиентов с евро и поместили его в другие валюты. Я лично считаю, что в течение всего 2015 года евро останется слабым. Не настолько слабым, как прогнозируют на ближайшее будущее, но до конца марта уровень к доллару будет сохраняться на отметке 1.10, и лишь после этого вырастет до отметки 1.16-1.17. Во втором полугодии, когда данные по США будут лучше, евро упадет до уровня 1.05 к доллару. Рассмотрим пару иена-доллар. Япония столкнулась с медленным темпом инфляции и впала в рецессию в прошлом году. Как это повлияло на доллар и что нам может дать в этом году? Иена, в отличие от евро, с декабря по конец января укрепилась на 2-3% ввиду нескольких причин. Первые ожидания рынка уже были учтены в курсе, поскольку Банк Японии отреагировал еще в прошлом октябре. Иена после этого выросла до отметки 1.23-1.24. Далее курс упал до уровня 1.17. Первая причина – это возвращение в Японию пенсионного фонда и других инвестиций. Этот тренд продлится до конца марта, так иена до этого момента будет укрепляться. Я бы не удивился, если бы курс доллар-иена упал до отметки 1.15. После курс упадет еще ниже, до уровня 1.01-1.02 еще в течение 3-4 месяцев. И после этого он резко вырастет. Сперва будет достигнут уровень 1.15, после 1.25. Какой тренд американского доллара будет в 2015 году? Вы по какой-то причине не спрашиваете про швейцарский франк, а ведь мы находимся в Швейцарии. Итак, швейцарский франк очень сильно отреагировал 15 января, когда Нацбанк Швейцарии предпринял неожиданный шаг. Я бы сказал, что франк снова может среагировать в течение года, но уже в обратную сторону. Макроэкономические показатели для Швейцарии станут просто катастрофой, и франк упадет до уровня паритета к доллару. А к евро франк стабилизируется на отметке 1.10. Плюс не будем забывать о стерлинге, который должен в течение года укрепляться. Но выборы в Британии могут немного ослабить национальную валюту. В целом доллар укрепится. В ближайшем будущем экономические показатели США будут немного слабее, чем ожидалось. Затем все же доллар укрепится. 1.15 к стерлингу, к евро его курс будет на отметке 1.05, к франку единица, к иене 1.21-1.25. Ив, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. Bye for now.